Центре дополнительного образования «День открытых дверей». Правда, в них и заходить не нужно. Развлекательное шоу прямо на улице. Публику разогревают ансамбли песнями, танцами. Многие сами просятся в пляс. Но самое главное и приятное – можно стать частью большой творческой семьи, научиться играть на баяне, фортепиано, гитаре. Добро пожаловать! Танцевать, петь – сюда же. Приглашены общеобразовательные школы, которые также привели своих воспитанников для того, чтобы они посмотрели, поучаствовали, мы создали праздник. То есть, чтобы дети увидели сами, что это. И, конечно, большое количество подходит родителей и детей, записываются в секции, в клубы по интересам, по месту жительства. Работают клубы по интересам в шаговой доступности. Это «Авиатор», «Спутник», «Темп», «Юность», «Лотос». Направления от спортивных до интеллектуальных. Возраст не важен. Например, большой интерес вызывают шашки. Есть место и любителям скорости, программирования и строительства. Техническое творчество. Здесь целых 10 направлений. Компьютерная анимация, моделирование, робототехника. И это лишь малая часть большого списка. Приятный бонус – картинг, не отходя от кассы. Бесплатно. Мама спокойна, когда ребенок занят делом. Да и оторвать его от гаджетов занятия не из легких. А здесь в мяч играет, прыгает на скакалке, крутит обруч. Все довольны. Как вам сегодняшний праздник, организованный для детей? Очень хорошо. Все просто. Просто все продумано. Нам на каких площадках вы уже успели побывать? Детские игровые прошли все. Все прошли, ну и вот пришли сюда. Внуки приехали с Минска, поэтому привели их сюда. Все весело, интересно, есть что посмотреть, послушать, очень нравится. Вы с детьми пришли? Да, мы с детьми пришли, да. А в какие игры уже успели поиграть? Мы поиграли в эту игру, поиграли, вот там шарики побросали в какую-то, хотим сейчас на фотозону сходить, потом концерт послушать. Ну, в общем, все хорошо, молодцы. Параллельно веселье продолжается и в молодежном парке. Выставки, викторины, показательные выступления. Узнать подробнее о видах деятельности Центра дополнительного образования можно на сайте. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.